Здравствуйте, уважаемые зрители. Хочу показать вам просто очень красивый дом. Фирма «Наш дом строит». Вот их сайт. Я думаю, все вопросы можно посмотреть на сайте. Дом внешне очень красивый. Я вышла на улицу, это небольшой дом, но он такой классный, каркасник. Я бы сказала, это образец того, вообще, какие должны быть дома на выставке. Во-первых, все расписано. Во-вторых, менеджеры на месте. Можно все уточнить. В-третьих, дом реально очень красивый. Я вам сейчас покажу его снаружи. Посмотрите, он маленький. Опа. Как, да? Он маленький. Классное крыльцо. Красивый. Он прекрасно отделан. Он действительно так. Потому что иногда бываешь на выставке и думаешь. Но если у вас, извините, выставочные образцы такие, то как же вы там не выставочные это делаете? А сейчас зайду вот с той стороны, попробую. И сниму с той стороны как крыльцо. По крайней мере, выставочный образец классный. Вот сейчас с этой стороны сниму. Он так немножко среди домов, не видно его. Посмотрите. Ну, что сказать, вот такие должны быть выставочные дома. Чтоб человек пришел, ой. Во-вторых, даже там, вот вы видели, есть образец конструкции. Все показано, какой утеплитель, какие слои. Дом маленький, все в нем есть.
Ну, сколько он стоит, я, конечно, не знаю. Это нужно уточнять. Так. Но он даже, к сожалению, он его даже в полный рост не посмотрю, не покажу, не покажешь вам. Сейчас посмотрим. Так. Вот такой. Вот стоял бы он отдельно, он бы был красавчик. Просто красавчик.